Дело идет к осени. Синоптики рассказали, какая погода ожидает нас в августе. Конечно, на этой неделе она, кстати, будет самой теплой за весь месяц. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов со знаком плюс. К выходным станет совсем жарко. Воздух прогреется до плюс 28. Даже ночью будет совсем по-летнему в районе плюс 17 градусов. При этом возможны грозы, усиление ветра, а по утрам туманы. Осадки практически возможны. Практически каждый день, ну, каких-то, так сказать, таких сильных осадков мы не ожидаем. Единственное, немножко есть вероятность по востоку нашей территории, что там сильные осадки возможны. В целом, нынешний август ожидается в пределах нормы. Не теплее, не холоднее обычного. Погода начнет меняться со второй декады месяца. В середине и ближе к концу августа ночами будет около 15 градусов, днем не выше плюс 20. Да и в целом природа будет стремиться к сентябрьскому состоянию. К счастью, затяжных дождей не прогнозируют. Осадки весь месяц будут вполне умеренными.